goddamn camping noobs. Пришло время проходить босса. 5-й уровень. Так, ну что, поехали. Сразу с места в карьер, как обычно. Не знаю, что-то потянуло опять проходить босса. В смысле, разрешение не то. В каком смысле разрешение не то, Тор? Вроде все нормально. А, точно? F5 сделай. 1280 на 720. 16 на 9. Не знаю, должно быть норм. Ну если все еще так, ОБС сейчас перезапущу тогда. Почему мне написано, что 0 смертей? Интересно. Ну, не знаю, должно быть нормально все. А, нормально? Все. Поехали. А, нет, не поехали. Да, я забыл. Управление каждый раз нужно восстанавливать. Итак, 5-й уровень. Что у нас тут? Черно-белое все. Нет, кто-то уговорен играть Бошу. Башу. Ой, что это? Что? А кто меня уговаривал в больше играть? Не ты ли случайно, лол? А что делать? Я же не успею. Так я же не успею туда. Слева я тоже не смогу его перепрыгнуть, он слишком медленно опускается. И чего делать тогда? Тут ничего. Так. Да. Ну не может же быть, чтобы... чтобы через верх. Да не, ну маловероятно там... А, да не. Да почему? Не считала бы десятки просто и все. Там только десятки прибавились. Да что же это? Да лол, что с этим делать? Ну... Не, ну это непонятка. Чё-то я пока не понял. В чем тут прикол заключается? Походу я тут застряну. Не знаю, но мне кажется, через верх там нереально замикнуть.
Ну потом Тор напишу. Пока мучайся. В догадках. Ну, блин, я же не успею просто пройти, по-моему. Ну как, я же там не успеваю пройти. Да, мне норм, у меня увеселительная прогулка такая в Боше. Вряд ли у меня сейчас будет пригорать, потому что мне вообще норм. Логику искать. Не знаю. Ну какая тут логика? Да ладно, тут надо просто успеть, но это же печаль. Во-первых, тут очень тяжело запрыгнуть. Да что ж это? Микрит, ну понятно. Я так понял, здесь надо на лету, чтобы успеть. Да это охренеть. Блин. Так как же? Не, на лету, по-моему, не получится. По крайней мере, у меня. Да что ж. Не, можно, наверное, успеть. Надо очень быстро действовать. Но я думаю, тут я долго еще буду. Уже 58 смертей на этом уровне. Фу, да, ну вот и начало уровня такое веселенькое. А, тут я когда стою с краю, оно не летит еще. Так что да, полета не обязательно. Вчерашней игре. А, ВВВВ? Ну там было все легко. Почти все. Некоторые моменты были такие жесткие. О, почти. А, в той. Ну это. Это вообще без комментариев. А, и что же это? А, почти, ну, жесть. Ну сейчас, с какой-нибудь там 200-й попытки получится, наверное. Да-да-да, в той игре, да, это. Что за Wario Land? Я такую игру не знаю. И знать не хочу. То не хочет оно. Да, я даже эту игру не знаю, то прикинь. Но написано оно как Марио. Oh.
Я тебе больше даже скажу, я никогда не играл в Super Mario 3. Прохождение смотрел, но никогда сам не играл. Да что же это? Не то. Так что за Варио Лэнд-то? Какая-то хорошая игра? 100 смертей! Лол, что? Да ладно. Серьезно? Привет, Смитерс. Доктор Кат стримил. Ну, я думаю, мы второй экран этого уровня не увидим сегодня. А, черно-белый на геймбое, понятно. Здесь что, весь уровень будет черно-белый? Спойлерить не надо. Сразу говорю. А, ну что же я сделал? Ну я понял, что Варио черно-белый, да. Вообще, конечно, первый раз вижу, чтобы заставка игры была главным врагом. Ну не главным, но таким серьезным врагом. Так у Марио вообще-то ты чё, каких 5 частей? Марио 100-500 частей. А! Лол. Ну, почти. Ну, so slow. Да, вот загнул. Да блин. Даже если не брать спин-оффы у Марио, все равно. Их охренеть сколько. Ну так на Нессе вообще-то тогда 3 части без спин-оффов. А вообще-то зря, почему он при тебя заканчивается? На Супер Нинтендо, насколько я знаю, неплохая часть Марио 4. Я, правда, никогда не играл. Ну, у меня есть смысл сделать марафон по играм Марио без спин-оффов. Но это пока так, в планах. Учитывая, что я только первую часть, я полностью, восьмой мир первую часть я проходил один раз в жизни, да. Один раз в жизни проходил восьмой мир. Во второй части я, по-моему, у меня картридж был, на нем был написан Super Mario 5, ну, китайский.
И там я вроде бы до последнего мира доходил, я уже точно не помню. Но не проходил полностью вроде как. И все, других Марио я не играл. Так. А где сейф? Лол, а где сейф? Так, надо не просрать это достижение, что я до сюда дошел. А, там шип! Так, Тора, а при чем тут Спектрум? Спектрум же не 8 бит. О, лол. Жесть. Чё-то на Total Average, а сейф-то далеко. Да, что-то не то делаю. Так, тогда же ранее это была, а это-то была. А ты знаешь, так можно сказать, типа, там, обсуждаем PS3, да? А ты говоришь, да, у меня там Spectrum же был, типа. Значит, ты PS3 прошаренный или что? Ну, короче, я не понял смысла. Фух. Тур завязывается, не понял. Так. Фух. Так, что у нас тут? Да лол, это же печально. Да я не смогу настолько замикрить, издеваетесь? Да это лол. Я не смогу замикрить так. Подожди, это... Походу это конец для меня. Странно. А эти столбы я не могу, да, перепрыгнуть? А, да это жестко. Честно, это жестко. Да. Ну блин, если я вижу, что я не могу это замикрить. Там-то хотя бы ладно, я просто не знал, что сделать, что нужно делать. А тут очевидно, что нужно делать, только это сделать никак. Короче, это It's Farming Time. Так он же прыгает выше. Оу. А как теперь там? Так, вот максимальный прыжок его. Вот двойной минимальный. Оп. А дальше куда? А почему два пути?
Так. Ну ладно, повезло. Опа. Боже, на нормале это нормально, это ж нормал? Задрос, привет. Нет, ты что-то позабыл. Боже, на нормале это ад. Боже, на хардоне это адский ад. А боже, на рейпе это нельзя пройти. Смотрел, думал, боже, это легко. Не, боже, это не очень легко. Блин. Да, что ты делаешь? О, тут это микро тут. За 0 секунд. Да, тут расслабиться уже не дают. На предыдущих уровнях как-то все-таки были места, где... Так, ну было не особо сложно. Да что-то. Блин, да лол. Блин. Да как там? Как там размикрить-то, ну? Я, кажется, понял, откуда 28 тысяч смертей там у некоторых людей после прохождения игры. У меня, походу, тут сейчас пару тысяч прибавится. Да это же не очень. А, мне еще выключать или каждый раз надо выключать? То есть выключатель не сейвится, да? Понятно, ну зачем так сделали? Какой мне с этого толк? Каждый раз бегать, ну блин, это не очень. Вот Тор, а ты видел и не говорил ничего? Это музыка из Wario World, что ли, играет? Из Wario Land, точнее. Всю игру же сказать? Не, не надо спойлерить ничего. Не знаю, по-моему, зря они сделали этот выключатель, каждый раз включать. Слишком время много тут теряешь просто. А, я не понял, для чего сейф наверху.
Не, ну спойлерить там, знаешь, какие дальше боссы, какие там дальше уровни, как бы, это хоть и не сюжет никакой там, да, как в некоторых играх там, но, типа, мне даже такое неприятно, если такие спойлеры будут. Потому что интересно все-таки увидеть все своими глазами и удивиться, о, ничего себе тут придумали. Права качать? С торрентов? Я не понял, какие права. Какие права на стриме могут быть? На стриме одно право, ты можешь смотреть и писать в чат. Ну, Мегамон, это же норм игра. Вроде. Я смотрел No Death прохождение, там все легко. Пека-пека. Да блин, как это пройти? О, я одну взял. Задрот, это то расскажи. Что-то они тут пересложнили. Ну я уже начинаю вроде понимать. Потихоньку. Чё, бред? Не понял. А, почти же, ну. А чё почти, там еще потом, лол. На шипы не напороться и допрыгнуть еще до верха, и там еще не факт, что сейф рядом. Там этот, я понял, там Energy Tank. Вроде, да, в Мегамэне? Ты про это? Damn it. It's
Так. А, ну конечно. Лол, что? Фух, фух. Так, это по-любому падают шипы, да? Ну, по-любому же падают. И что мне делать с ними? Нет, не падают. Это кто? Так, что-то он не очень. Лола, а как тут? Что я не понял, а как там? Ну, это понятно. Что-то я не понял, а как здесь мне перепрыгнуть-то? Я же чуть-чуть прыгну, я сразу попадаю на шип. Вот, Тор пришел. Тор, вон тебе сейчас скажут, что Мегамен это легкая игра. Да как это пройти-то, ну? Я застрял, походу. Вот какой-то чит нужен. Блин, я не знаю, как этот момент пройти. Лол. Тут я лол ю дает, лол ай дает. Какой еще вкрученный прыжок? Это не Соник. Ты попутал, Тора, это не Соник. О, лол, я тут могу ходить. Не знаю, батли тот не осилил. Ну, сейчас он тебе расскажет. О, да это жестко. Oh,
тяжело сделать мелкий очень прыжок, надо остановиться, во-первых. Как? Один раз получилось же, ну как? Вот я бегу, бегу, хоп, нажимаю. Высоко. Блин, просто я плохо походу нажимаю, ну, долго слишком, надо прям чуток совсем. А, точно, он, ты же супер скай, как там его, Спай Хантер прошел без смертей. Не получается у меня прыгнуть чуть-чуть. Попробовать на геймпаде надо. По-любому. Сейчас экспайдер запущу. Так, и надо там. Ок, ок. Так. Угу. Ну ладно, попробуем. А чего двойной прыжок так плохо работает? Что-то я не понял. Блин, походу у меня геймпад потраченный. Что-то он какой-то не очень. Да ладно, чего он так плохо-то работает? О-о-о. Приехали. Ладно, возвращаемся к клавиатуре. Это что было? Как он меня догнал так быстро? А что меня убивает? Точно не мышка. А что меня убивает, лол? Блин, я хз. Короче, там надо как-то извернуться, просто нереально. Почти. То есть надо уже начать падать под... А-а-а! Так я же начинаю падать, у меня нет уже двойного прыжка. И как тогда быть? Очень непонятно. На это можно забросить игру. It's fashy time.
Да. Да, да какого Соника? Тут видишь Wario Land. Ну, блин, ну это печально. Это не очень. Блин, это же еще не последний уровень. Не самое сложное, что тут есть. Я так понимаю, там начнется потом такой микро, который я просто не смогу осилить. Надо просто реакцию вообще колоссальную. И что это за чел, который за мной гонится? Это из какой игры? Да, дальше изи, конечно. Вот Тор, сейчас посмотришь на мое крабство и скажешь, да, вот я-то играю нормально, и покажешь мастерство. Может, это и есть Варио? Это предположение или ты утверждаешь? Ну я хз. А почему он цветной? Да как это пройти? Ну это не очень. Да не, по-моему, если я просто делаю одиночный прыжок, то я не должен попадать на шипы, если очень маленький очень. Ну блин, попробуй его, когда за тобой гонится чел, сделать. Это полная жесть. Ну я-то играю на Windows, а не на GBA. Чё он тут забыл? О, почти получилось. Ну, точнее, прыжок-то получился просто. Ну, понятно, короче. Только фиг, еще второй раз так получится. В смысле сразу прыгай? В каком смысле сразу прыгай? Блин.
Да что ж то. Я не представляю, каким образом люди проходят Rapid Mod. Да потому что, когда я не останавливаюсь, он прыгает еще выше. Гореть не будет. Где у кого? Не, на ходу там, по-моему, нереально запрыгнуть. Ну, до меня опять же. Да, у меня и не горит, лол. Ну просто я как бы говорю, что непонятно, что делать, но это не значит, что у меня горит. Опа, лол. Проблема еще в том, что я не ожидаю, что получится. Ну, вообще, Тор, я имел в виду первый экран, когда говорил, что не будет гореть. А тут-то я дальше не знаю, что, может, тут и будет. Но пока нет. Не понимаю, как же там все-таки правильно прыгнуть. Я же совсем чуть-чуть нажимаю на кнопку, но... Я пытаюсь легонько прыгнуть. Оно не хочет. Ой. Просто вот одно дело я так прыгаю, да? Стою, вот, легонько. Другое дело, когда я иду, то он прыгает уже выше. Ну, я на ГГ менял каждый раз название, когда стримил. It's Bashy time.
Нет, название каждого платформера оставить. Ну просто я ж так его не стримил, поэтому не могу сказать. Ну вроде там никак нельзя. Обратись к администрации Goodgame. Почему ты сомневаешься, что он знает? Он много игр знает. Да блин. ХЗ тогда. Ой, лол. Привет, Call Me Freak. Ну, Тор, это сделано, чтобы там была классификация в списке стримов. То есть ты выбираешь игру какую-то и смотришь, какие есть стримы по ней. Для этого сделано. Ну то, что могли бы сделать, типа, просто пустое или там азер, то да, это, конечно, минус. Могли бы сделать. А то один напишет там Dota 2 по-русски, другой Dota 2 по-английски, другой просто напишет Dota, третий там Дотка. Дотяра. И, блин, как это искать? Дно-то. Тут что-то на СК2 видел такое. Тор нам тоже скоро больше застримит, я думаю. Потому что я сейчас этот момент не смогу пройти с тысячи смертей. И он скажет, ну как так, я это пройду. 4 часа? А вот видишь, что для чего нужен планшет? Ты что, сидел 4 часа за компом? Но это же вообще не очень неудобно, уже уставший. А планшетик лег, смотришь, а сейчас так делаю, вообще классно. Потом, когда спать захотел, просто кинул его рядом там куда-нибудь и все. Ну прыгай ты уже немножко, ну... Походу это вообще для меня непроходимое место. Вот тут уже точно. Ч
Чё-то я не просто... Или я чё-то не понимаю. А что нужно? Там слишком надо микро сделать. Дело даже не в микро, дело даже в... надо мелкий прыжок сделать на ходу, я не могу, у меня, видно, пальцы не так, не такие быстрые. Хотя есть идея. Настройку я прыжок на стандартную кнопку. Ну-ка. А, прыжок-то на другой кнопке был. Непривычно. Сейчас привыкнуть еще надо. Ну, потом посмотрю, не люблю на стриме видео смотреть. Да ладно, ну, я ж чуть-чуть совсем жму, лол. Ну, я хз. Да, не срабатывает мозг. Надо много сразу думать о чем. Они же специально здесь сделали вначале большие прыжки, чтобы рука отвыкала мелкие делать. Что, вообще не прыгнул? Один только задает часа три минимум. Это что, что-то я не понял. Или это не мне? Короче, это не очень. В смысле, что обрезать? Не понял.
Я просто молчу. Ну, чё тут скажешь? Ну, чё тут скажешь? Там он... Написано, когда погибаю, написано, что я хочу сказать. Правда, иногда... Всё-таки по-русски. Ну, короче... На СК-2 нельзя. Да ладно, если сделать шумящий микрофон, то музыка сразу не распознается. Мне кажется, этого недостаточно. Они достаточно, ну, умеют распознавать. Даже с шумами. Я как-то выкладывал запись с видеорегистратора, да, с автомобиля. И там музыка играет. Ну, радио, да. Ну и что ты думаешь, он определил. А там звук движка и все дела. Причем это тебе не Мерс, это девятка. Там звук с движка слышен очень хорошо. Что-то я тебя не понял. Ну, Форде не слышно, значит, там движок вообще дно, ну, мелкий, да? Малолитражка. Ну, плюс шумоизоляция. Ну, как бы, если движок мощный, то даже с шумоизоляцией его слышно все равно. Ну, на высоких оборотах. Привет, доктор Кац. Ну тогда это же уровень Wario Land. Вот мне только раз говорил, что ты проходил эту игру. Может, ты тогда скажешь, что этот чувак бежит со мной? Дешевые форды, по-моему, не тащит. Мне не очень. Не, ну конечно, по сравнению с моей девяткой это круто, но... Вообще... А, Варио бежит? Ну ок. Ну мы, в принципе, так и думали. Чё же он не хочет-то прыгать нормально? Да там даже не близко. Ну да, большинство иномарок, особенно современных, уже в гаражных условиях особо не по... почти не починишь. Ну, только такие самые поверхностные дела, а что-то более серьезное уже все в сервис. Yeah.
Конечно, тот, кто сам в сервисе, скажем, работал, плюс имеет необходимые инструменты, может что-то сделать. Ну, типа там тюнит же в гараже, в принципе. Но это надо очень большой опыт иметь. Да и все равно там оборудование надо часто. Блин. Почти. Я, кажется, почти понял. Воу, смотрелся чат. Замок его появляется? Вот то, что там справа, цветной, что ли? Так, ну, я надеюсь, я посмотрю, что это за замок когда-нибудь. Так, куда ж ты? Уже прыгать почти научился, только потом, после прыжка, правильные действия делать не научился. Нет. Вообще не то. Блин, ну тем более надо было второй раз прыгнуть. И направо жать. Вот, неудачная попытка. Тут автоэксперты в чате. Привет, граф Мокин. Вот что я делаю. Уже надоел этот момент, хочется пройти. Ну, сам себя не пройдет. Странно, то вроде начинает получаться, то опять сейчас не получается. Хочет он, ну, вообще не идет. Может пора пройти, но может пора тебе тор пройти, попробовать. А я как-нибудь потом. Я уже час 10 прохожу этот уровень.
Не люблю такие моменты. С пружинами на ком-то на втором уровне мне и то больше нравилось. Там хотя бы понятно, как бы, ну... Уворачивайся, уворачивайся. В прыжке. А тут не пойми что. Это просто... Слишком, как бы... Короткий прыжок сделать. Зачем они этот момент сделали? Ну вот же, хоп, хоп, чуть-чуть. А у меня вот получается выше прыгать. На Оке даже ездил, вот это повезло. Я не ездил на Оке ни разу. Даже пассажиром. Ну, ты, наверное, на заднем сиденье сидел, да? Ну, переднее вытащил и на заднее сел. Таким образом рулил. Так делают иногда. Ящик. Прикольно. Наверное, в поворотах там весело. А ты пристегивался? Имбовый подход. Может быть. Я просто подумал, у нас же в правилах написано... Понятно. Это... Я подумал, у нас же в правилах написано, что, ну, пристегиваться, да, обязательно надо. А вот чтобы наличие сиденья, это вроде бы не прописано в правилах. То есть тебя останавливает гаишник, да? Смотрит, ты сидишь на ящике, короче. Ну, пристегнут. Ну и все, все в порядке. It's Bashy time!
Да, что ты? Не очень. Вот это была хорошая попытка почти. Это, по сути, не автомобиль, а корпус для тебя, да? Экзоскелет. Куртку ты скрыл. Еще двигатель там же есть. Хоть какой-то да есть. Что это куртка с моторчиком. Да лол, я пройду этот момент или мы его выключаем? А я тут не могу запрыгнуть? Странно, а почему я тут не могу запрыгнуть? Вроде же одинаковое полотно. Не, ну чтоб не читерил, поставили бы другую поверхность там, ну как-то, но ну, смысл как-то нелогично это делать. Короче, наверное, хватит мне в это играть. Не получается, если что, я сделаю. Сколько тут уже, наверное, смертей 150 нафармил? Не знаю, очень сложный момент для меня. Что-то у меня 103 кадра потеряно. Куда? Странно. Ну, смысл? Интересно смотреть, как я один и тот же момент прохожу 150 раз. Тем более, что я его не прохожу. Не понял, что америкосы стащили? А, эти, все, я понял, про кадры. Ну да, они не очень политики. It's fashion time.
Блин, ну... Ну почти же, ну давай уже пройди эту фигню, Боша. Да и мне не горит, у меня пальцы устали. На стрелке нажимать. Я на клавиатуре играю, если что. Что крутого? Кстати, Катран 31, привет. Не, ну геймпад, он что-то да, уже плохо стали кнопки нажиматься. Надо новый купить. Не, надо купить этот переходник. Ну ж, короче, у меня же от Xbox 360 беспроводной геймпад. Ну, надо к нему шнурок купить. Будет норм. Все равно некоторые вещи в Боше неудобны с геймпада. Например, спамить вообще не, никак. А, ну и почти, но я же нажал уже, блин. Ой, об этом я еще не умирал. Нет, а взрыва не будет, это же вот на Марио там был, да, на Рю там тоже было немного, потому что я прошел босса там с миллионной попытки и после этого фейл, вот это было, да. А тут, ну, ну что, ну как бы, я все время начинал с одного и того же места, и как бы, чтобы пройти, мне не нужно много времени, я, то есть, очень быстро, да, как бы, понимаю, прошел, не прошел. Поэтому как бы, то есть не то, что там, блин, старался три фазы, там пять фаз выживал и потом фейл. Там да, обидно, а тут, 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 в принципе, норм. Да что же это? Хотя, конечно, любому терпению есть предел. И тут я не поспорю. Когда ему тем закончится? Ну, правда, тут два пути. С одной стороны, я просто выключу и все. Но, конечно, есть шанс, что все-таки случится то, чего вы ждете. Ну, вряд ли. Не думаю, что стоит ждать. И что, а какая разница, когда ролик зальется? Да что ж ты, ну ж... Реакция такая, слоу. Да не работает, по-моему, второй прыжок. Я соскальзываю, что ли? Я нажал, ну точно нажал. Чё ты... А, этот... Брогу? Да не, забей, она же уже все идеально работает. Ну, правда, там таймер. Пека-пека. Минус 0,1 секунду показывает. Ну, это фигня.
Чатик? Нет, ну там проблема. К тому же, Тор, я ж тебе говорил, что чатик период для WinRT, а у тебя семерка. Какие кучи прибамбасов, ну начинается. Ой, что это? Что адаптировать? Тебе придется восьмерку ставить. Короче, когда будет 8000 смертей, я, наверное, выключаю. Нечего тут. Ну, не знаю, ну потому что, ну это жесть. Мне просто надоело. Чё я сижу, чем вообще занимаюсь? Какой-то ерундой. Почему она не сработала, второй прыжок? А, так я еще только сейчас понял, что там, когда я второй прыжок, то все-таки удастся, там то я тоже еще обшип могу погибнуть от второй. Что это было? Все, 8000. Нафармлено. Ну, ММО, да, оно захватило мир. ММО теперь везде. Сейчас чуть отдохну. Да нет, я же тебе уже еще раз говорю, Тор, мне не горит, ну просто... Просто скучно. Не, плохой момент они сделали. Вон, Солгрин.
Ну, блин, в эту сторону, ну, как бы в этом направлении микрить как-то не очень. То есть именно не микрить, а мелкий прыжок сделать, ну, блин. Не знаю, мне не очень нравится. А все, что до этого было, да, мне нравится, даже сложные моменты. Ну как нравится? Интересно. Вот эта штука мне не нравится. Он все равно умирает об эти шипы. Ну да, 8000. Вот что мне Марио не нравился, теперь еще Варио. Они такие не очень. Но этого мне хоть убивать не надо. Хотя, возможно, он тут босс на этом уровне. Видишь, Тор? А ты говорил, я хорошо играю в Боши. Да ничего подобного. Ужасная игра. А потом, я уверен, ты этот момент пройдешь со второго раза. Тут что, еще и сейф далеко? Не, подожди, тут же сейф, он прям надо мной там. Да ты уже, прости, дошел, Тор. Ты же там стал с босса убить, который, ты говоришь, самый легкий в игре. Мне еще кажется, если у меня получится этот прыжок все-таки совершить, меня этот тварь вот догонит. Но он не нажимается второй прыжок, ну что я сделаю? Я нажал второй прыжок, я уверен. Не может быть же, что я соскальзываю. Да не будет того, верно, 9000 часов сидеть. Я же даже меньше сидел.
Ну да, я долго сидел на нем, но не овер 9000. В принципе, я его прошел по смертям, весь уровень по смертям прошел так же, как первый уровень. Это про четвертый сейчас говорю. А, или даже меньше, на первом я, по-моему, 2000 где-то потратил. А, на втором, на четвертом 1400 с чем-то. То где-то на 600 меньше, чем на первом уровне. Здесь явно будет больше. Там уже еще босс, не знаю какой. Ладно, по-моему, надо заканчивать. Не, ну серьезно, это же вообще ни о чем. Не работает второй прыжок, я уже говорил сто раз. Ну, я не знаю, на какую тактику сменить в этом проблема, но мне кажется, тактика более-менее правильная, но если ты не предполагаешь, а уверен, тогда давай сразу говори, какую тактику мне взять. А так, мне пока кажется, что другой тактики тут просто не может быть, потому что если я просто иду, то это как в первом, да, как в первом прыжке вот в этом, ну, вот вот здесь, хоп, я вниз, как бы, начинаю падать, потом прыгаю, да, там такое не прокатит, потому что я, там я на шип налетаю. Да неужели я не нажал на прыжок сейчас? Да ладно. Это не может быть. Этот уровень кто-нибудь проходил на Rapid Mod? Я без понятия. Чатик отвлекает? Ну да. Чатик он вообще нехороший. Ну блин, ну... Сочувствую им. Да лол, да что это? А что, в боссе еще и кооп есть? А вы видели эти лидерборд на официальном сайте Солгрина Боша? Там на топ на Total Average без смертей кто-то прошел Боша. Даже два вроде человека или три.
Не знаю, возможно, с какими-то читами. Ну почему невозможно? Каждый уровень можно пройти без смертей, да? Ну, на Rapid Mod. На Rapid Mod люди без читов проходили. Ну, без каких-либо там, не знаю. В общем, не Tool Assisted. А каждого босса проходили без смертей кто-нибудь? Не, ну вообще, в смысле, ну как? Любого босса все проходили без смертей, кто вообще, в принципе, проходил босса, да? Ну, в смысле, как бы, как сказать-то, без урона. Потому что, когда босса проходишь, его можно пройти только без урона в босса. Ну, значит, как бы, можно пройти. Просто, когда я увидел, что есть... А что, есть кооп или что? Ну давай кооп.